Отож, як позбутися стресу у домашніх улюбленців перед новорічними святами, поговоримо прямо зараз з нашими ранковими гостями студії. Радий представити Олену Троянгову, громадської організації «Трон», та Ірину Пишневу, власницю домашніх тварин. Вітаю вас. Якось що зранку добрий ви з нами. Добрий день. І так, передновогодні праздники, новогодні, рождественські, це все-таки стрес для домашніх любимців, тому що нам-то все це привично, фейерверки, много їди, но для них це все непривичне, скажімо так. Як бути з цим? Як підготувати любимця? Ну, подготавливать, я так думаю, что не стоит. Надо в первую очередь подготовить себя. То есть и подготовить своих всех близких, гостей, о том, что под столом не заискивать перед животными. Не важно, какая это кошка будет или собака. Вот, потому что лишнее переедание, как и нам, вредно. Поэтому я так считаю, что не стоит портить себе настроение, а собаке или кошке здоровье. Вот, надо в этом быть очень сдержанным и внимательным. Лучше, наоборот, собачку посадить на диетку. А это по поводу еды. Если по поводу самого отношения к гостям, даже, боже, как они мило друг друга обнюхали, нервничают, переживают, эфир, все. По поводу вот поведения, потому что много гостей, это шум. Бывает ли такое, что у животного может быть от этого стресс? Конечно. Ну, первый признак стресса – это когда собака зевает. Вот, это первый признак стресса. Ну, если собаке позволяет сесть там на диван, можно, допустим, рядом, чтобы собака села с хозяином, тогда она себя чувствует более безопасно. Обычно животные любят сидеть, гостей. Ну, это же, говорю, это уже зависит от воспитания. Ну, и, естественно, надо обращать внимание на то, чтобы собака не переутомлялась. То есть, если она, вот, увидите, что она конкретно устала, желательно собаку отослать на место. Для нее это будет естественно. Вот. Небольшой отдых тоже обязательно, нужен, конечно. Они очень быстро, много внимания тоже. Они очень много устают, потому что музыка, шум, вот, громкие разговоры, это на собаку, конечно, действует, не говорится, не очень положительно. Она начинает нервничать, иногда начинает гавкать в плане в том, что она тоже хочет поговорить. Вот, или уже говорит: гости, пора. В общем, я все, когда. Да, вещи, да, 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 они вот этим предупреждают очень. Так, по поводу фейерверков, как у вас домашние любимцы к этому относятся? Бывает ли там какой-то жуткий лай или вообще забиваются, возможно, какие-то укромные местечки, когда слышат вот эти выстрелы? Ну, однозначно, конечно, собаки очень плохо реагируют на громкие звуки. Это даже тут без вопросов. И вы знаете, статистика вот вообще мировая показывает еще по стране, что именно на Новый год, когда фейерверки, желательно вот саму новогоднюю ночь просто на улицу собаку не выводить. Даже на следующий день, потому что люди бросают петарды, вот, фейерверки, а собака может просто, даже самая адаптированная, даже самая, которая всегда гуляла с хозяином на поводу, без поводочка, она может, ну, неадекватно отреагировать, она может убежать. Вы знаете, даже у нас в Николаеве вот просто печальная статистика, и мы, вот моих друзей собака, французский бульдог, пропала именно 1 января. Ну, ну, мы только вышли на улицу, и все, собаку больше не нашли. И не обязательно, что кто-то украдет ее, она может просто провалиться, или в открытый люк. Вот, или могут, ну, где-то забиться, и они же не совсем адаптированы к проживанию. Это не дворовые собаки. Они не совсем адаптированы к проживанию на улице. Это может быть и мороз, и все, что хотите. Собаки дворовые могут ее загнать непонятно куда. Совершенно не тот район, где вы живете. Поэтому, конечно, надо к ним относиться, ну, просто даже как к маленьким детям. Вы не оставляете ж маленького ребенка сами, правда? В основном берете его за ручку, то же самое, оденьте поводочек. Техника безопасности. Прежде всего. Вот, что хотелось бы еще сказать. Ну, во-первых, мы хотим вас поздравить с Новым годом. Это спасибо вам под елочку. Да. От нашего клуба такая милая собачка в костюмчике новогоднем. Вы знаете, собаки собаками, но у нас же есть и другие домашние питомцы. Да. Есть котики. Это уникальные существа, которые очень любят. И игрушечки, и дождики, то же самое они устраивают. Желательно на елочке убрать стеклянные игрушки. Сейчас очень много в промышленности пластмассовых. Ну, вот, мишура вот это вот. Старайтесь все-таки подальше от котиков и собачек прятать, потому что они будут резвиться, как хотите. Вот. То, что со стола будут тащить,
Это однозначно, они нормальные. Мы тут можем себе иногда позволить что-то вкусненькое, лишненькое взять. А животные, они себя ни в чем не отказывают, как хозяин. Только вы отвернулись, мы тут же на столе, мы тут же что-то стащим. Особенно кокеры. Кокеры, да, вот собачка, душка, не переберушка, ест все подряд. Вот, желательно, конечно, чтобы в доме у каждого сейчас собственника собаки был хлористый кальций. Вот, если, не знаю, там что-нибудь не то съел, вот буквально вчера нам перезвонили, дали Михайловна, перезвонили славные бегли, стащили новогодние подарки. То есть конфетов. Конфетов, наелись конфет, вот шоколадных, это вообще категорически невозможно, у них очень быстро наступает кризис. Они быстрее кризис, реагируют, чем человек. То есть, и что в этом случае нужно сделать? Рассказывайте. Я назначила адсорбенты, то есть активировала много адсорбенты, ножку, потому что было вздутие. Вот. Ну, люди не перезвонили, вы же знаете, если все хорошо, значит... Значит, все хорошо. Значит, не перезвонили. Значит, все хорошо. То есть, первая помощь... То есть можно надеяться. Своими силами, все будет хорошо. По поводу того, какое может быть питание, все-таки будут, например, даже вот гости, хоть и предупредили, стащили, например, да, что-то со стола, либо, например, угостили чем-то собаку или кота. Возможно, на этот период какие-то еще витамины есть? Нет, витамины не надо. Витамины это только противоаллергические и такие кишечные, там, мизин. Ничего специфического не нужно. Ничего такого нет. Единственное, что, конечно, я говорю, если вы любите животного, то не перекармливайте его, потому что это не любовь. Ну, мы и себя любим, но перекармливаем. Лучше лечение болезни – это предупреждение этой болезни. Поэтому не надо менять им никакой рацион. Вот они кушают у вас то, что кушают, пускай едят. Ничего новенького там. Ну, и корочку, балычок давать не надо. Вы можете, конечно, сделать им мясной пирог. Ну, это уж слишком, Лена Михайловна. У нас есть, которые, вот особенно хозяева йорков, они очень любят делать такие подарки. Но это пусть будет собачий мясной пирог, вот, чтобы не было никаких проблем. То есть, если все-таки есть желание вот такое... Конечно. Не, подарки у нас под елочку, собачка, можно. Интересно, что вот дарят, что вы вот дарите своим любимцам и вот чаще всего? Ну, я, честно говоря, ничего не дарю, я не акцентирую такого внимания, потому что у меня их много, и у меня бюджета не хватит, чтобы им всем дать подарок. Я соблюдаю просто диету. То есть я лучше куплю лишний кусок мяса. Вот. Ну, как мясо сказать, это говяжья обрезь, там, требуха, вот. Сахарные косточки у меня собаки очень любят. Вот. Но я даю их один раз в неделю. То есть я могу так к Новому году сахарную косточку. Вот, чтобы они, допустим, они занимаются. Ощущение праздника должно быть. Да, а дело в том, что они мне не мешают. Они грызут эти косточки и тихо, и спокойно, то есть. И как раз да, как раз то, что надо. Некоторые, конечно же, хозяева могут подарить еще то, что необходимо больше для хозяев. Это какие-то щетки. Аксессуары. Да, что-то вот то, что необходимо. Ну, мы можем, мы дарим вроде бы как собаке, но на самом деле это себе. Для себя. Вот такие костюмы. То есть, вот у нас в клубе заведено к Новому году делать какие-то спектакли, сказки. Карнавал. Что карнавалы. В этом году планируется теремок. Вот, там у нас была сказка 12 месяцев, вот, сейчас у нас сказка «Теремок», вот идет, сейчас мы набираем людей, кто будет, и собака, кто будет участвовать в этой сказке. Более того, мы потом эти сказки показываем детям, в библиотеке, в школы, в интернаты ходим, вот, то есть аудитория детская, она очень обширная, да, и благодарная, тем более дети потом могут этих артистов потрогать, ведь не каждый может дома собачку держать, правильно, и кошечку, то есть есть же разные факторы. Вот, поэтому дети, мы не профессиональные, естественно, артисты, но там особо не надо быть артистом. Там просто сам эмоции, да. Эмоции, положительные эмоции. А что мы дарим, вы знаете, вот, ну, взрослые как дети, когда они имеют дома собаку, животное, кота, да, они превращаются в детей. Мы с ними играем, да. Мы играем с ними в каком плане? Они нам дают массу позитива. Вот я лично люблю своим собакам делать фотосессии. Ну, и я так вроде там где-то рядышком. А вообще главные персонажи, да. Персонажи, это они, да? Да, они, конечно. Да, у меня любят носить мне тапочки, мячики. Вот у меня даже есть слепой мопс.
Вот, он абсолютно слепой, Добрыня ему уже, по правде, 7-й год, ну, неважно. Так вот, он, несмотря на то, что он не видит ничего, он находит мой тапочек и приносит мне его надевать. Боже, какая милость, да, на самом деле, какое вот, вот так вот, да, мы с ними общаемся, то есть, допустим, фартовый, это не свойственно, конечно, русским псовым борзым, вот, он у меня подносит предметы, как овчарка, апортировку делает. Круто. Вот, да, то есть, вот, как-то так. Хотя в своих естественных заданиях они должны поднести добычу, которую они добыли, там, лиса, заяц, они подносят охотнику. Вот, может быть, у него где-то там это... А вот инстинкт этот просыпается, да, но он использует, но он уже мне приносит то, что есть. Да, то, что есть. То, что есть. В доме то, что дома есть. Лису сложно найти. Да, так что я говорю, если вот кто держит в доме животных, это праздник каждый день, честно вам говорю. И то более того, вы знаете, если у человека дома животное, то ему продлевается жизнь на 10 лет. Это статистически подтверждено. Друзья, да, все продлеваем жизнь. Да, да, продлеваем жизнь на 10 лет. Да. Еще хотелось бы, знаете, вот сейчас в каждом дворе стоят будочки для бездомных собак. Очень бы хотелось бы, чтобы люди их не уничтожали. Потому что от того, как мы относимся к животным, то есть это показатель развития нашего общества. И по поводу еще хотела сказать, по поводу вот этих будочек и подкорма вот бездомных животных. Люди, я вас прошу, не кормите костями вареными. И лучше выбросите их так, чтобы их не могли достать животные, потому что это чревато и для них тоже. Я очень много видела дворнях, которые именно потом очень сильно мучились от того, что они наелись вот этих холодцовых костей, трубчатых костей. Я понимаю, ну, даже свинье и то такого не дают. То есть тоже нужно думать не только о своих домашних, но и конечно, конечно. Нельзя любить домашнее, а на улице пинать животное. Это не показатель человеческой нравственности. Да. Так что любим всех. Всех они все хорошие. Да. Они не виноваты, что они остались на улице без хозяина. Такие вот им хозяева попались. Поэтому ценим своих. Если заводите, то, конечно же, обязательно следите за ними. Ну и вместе с тем можете радовать себя и продлевать себе жизнь на 10 лет. Вот так, друзья. Так что это хороший бонус вам за хорошую дружбу с собакой или с котом. Спасибо вам большое за то, спасибо, что пришли. Да. Желаю вам в новом году всего самого светлого, доброго, мира, любви и детской непосредственности. Это самое главное, не терять вот эту искру. Да, да. Спасибо вам, мы от команды Нового дня тоже вас благодарим за подарок вашим любимцам, вам и всем, кто с вами будет на этом новогоднем корпоративе сказки. Тоже передаем большой привет и огромное спасибо за сотрудничество в новом 2017 году. Я думаю, будет еще не один эфир, посвященный домашним любимцам.